Всем привет! Давно у нас не было никаких видео. Сегодня все ящерицы гуляют, впрочем, как и всегда. И все они, конечно, как всегда, залезли к нашему кепи. Самка там сидит, а наш самец сидит здесь. Им очень нравится рыть в этом углу, периодически кусать. Зачем-то вот это место. Да? Любишь кусать ты? Он очень активным стал, очень голодным. Как видите, я уже рассказывал, полинял, и сейчас у него кожа более-менее в хорошем состоянии. Поэтому это делает его более активным, чем он был. Вот наш кепа. Кепа потихонечку линять начал. Он не так линяет, как я бы хотел. Но колоть его витаминами я не хочу, так как это бьет по печени, оно у него и так не очень здоровое. Самка там же внутри. Самка стала очень ручной, очень такой добрый. Больше не кусается, ведет себя очень хорошо. Куда пошел? Вот они все идут в общее укрытие. Кепа, кстати, относится хорошо к этому делу. То есть он фыркает безобидно, то есть не проявляет никакой агрессии. Никогда ее особо и не проявлял. То есть такие достаточно социальные ящерицы. Вот на нейтральной территории самка и самец, я имею в виду копу и самку, ведут себя нормально. Но если, например, самца посадить в террариум к самке, она будет его кусать. Так же и наоборот, если посадить самку в террариум к самцу, он также будет ее кусать. А на нейтральной территории, например, у нашего кепы, либо просто по квартире, они ведут себя очень хорошо. Вот такие вот дела. Они там ковыряются, им очень нравится там ковыряться. А самка вообще очень любит ложиться спать вместе с кепой, также залазить вот в его вот это вот одеяло, в его этот мешок. Вот. Такие вот у нас пироги. По поводу выхода видео, сейчас мне не так часто получается снимать видео, надеюсь, конечно, в будущем все исправится. Но первая проблема — это вдохновения особо нету снимать там. Мое вдохновение немножко подпортили некоторые индивидуумы. Второе, сейчас реально по работе сильный завал, и у меня просто банально не хватает ни времени, ни сил. Поэтому такие как бы дела. Еще меня заглючила камера, я не знаю, в чем дело было. В общем, пару классных видео не записалось. Первое видео, кстати, было с кормлением крыской. Классное видео получилось. Жалко, что видео пропало, да? Еще видео будет выходить, я надеюсь, в будущем. Поэтому такие вот дела. Пользуясь случаем, давайте-ка отвечу на некоторые вопросы касательно ящериц. Первый вопрос. Много ли времени занимает у тебя уход за ними? На самом деле нет. Я в день трачу, может быть, минут 20-30 на уход. То есть в это входит... тем более, что я кормлю сейчас через день, их не в каждый день. Я имею в виду маленьких. Большого я кормлю два раза в неделю, вообще, то есть, видим, да, они залезли все под одеяло, вот, самка вон там вот находится, а копа здесь, а кепа внутри, он спрятался. Так что, касательно времени, главное что, убрать, поменять им воду в поилке и все, как бы, сейчас, если они там, когда вы с них убираете, там они испражняются, учитывая, что у них сейчас такой субстрат. То есть очень удобно, лопаткой взяли, так раз зачерпнули, в мусор выбросили и все. Вообще никаких проблем. Раньше, когда не было субстрата, мне приходилось... Давайте я вам покажу субстрат. Вот такой субстрат. Мне приходилось все это отмывать, вытирать. Когда были проблемы у самки, у нашего копы. Оно вытиралось достаточно сложно, поэтому приходилось там использовать влажные салфетки, потом тряпку, всякие ухищрения. А вот с этим субстратом вообще никаких проблем, то есть они здесь просрались, грубо говоря, вы там лопаткой взяли, зачерпнули и выбросили, и все, никаких проблем. Никакого запаха, ничего не остается. Касательно запаха, опять он пьет из поилки нашего кепы, самец, блин. Касательно запаха, запаха как такового нету, такого, что прямо уж сильно воняло.
Запах зависит от того, чем вы их кормите. Например, неприятный запах, реально неприятный, когда после кормления яйцами, вареными, либо сырыми, неважно. Да, запах отвратительный, но с этим субстратом запах не так ощущается, то есть вы убираете быстро лопаткой, так, зачерпнули, выбросили, никаких проблем. Я обычно сразу в туалет выбрасываю, даже не в мусор, а в туалет. Учитывая, что субстрат мелкий, то есть он не несет никакой угрозы для труб канализации. Вот такие вот дела. Вот водохлеб, а. Воду, кстати, желательно менять каждый день. Я, конечно, меня не в каждый день, я тоже тот еще лентяй. Но обязательно менять каждый день. Потому что они этим своим языком туда вот суют вот воду, и за ночь там образуются бактерии лишние, которые потом нежелательно, чтобы попадали в желудок. Ну, это то же самое, как если, например, вы попьете с бутылки, с горлышка, потом оставите на ночь, и потом на утро попьете еще раз. Вы почувствуете, какая стухшая вода получилась. Потому что у нас во рту живут всякие гады, всякие бактерии, и за ночь они в воде размножаются, тем более в воде. Так, друзья, я не понял, чего вы все спрятались? Давайте, выходите. Кстати, на видео, периодичности видео... Да, я же начал отвечать на вопросы. Часто задают вопрос, как кормить. Кормлю, не кормлю, а по схеме, системно. У меня есть отдельный Excel-файл, где я записываю все кормление. Поэтому, кому интересно, можете там написать мне как-нибудь. Хотя, я не знаю, как мне сейчас напишите, учитывая, что ВКонтакте я закрыл личку из-за написания всяких идиотов. Да, идиота хватает в моей теме, казалось бы, да, банально. Вот содержу ящериц, ничего плохого никому не делаю, но и находятся те, кто на это агрится и пишет всякую фигню мне в личку там. Но, как правило, это все кукурузные хейтеры, и чтобы предотвратить их существование, достаточно закрыть просто личку или комментарий, вот и все. Поэтому не сказать, что я на этом сильно акцентирую внимание, но просто это неприятно. Поэтому вот когда есть нормальные люди, хотят написать, то нет, это сделать не могут. Так, что я еще хотел вам рассказать. Сколько живет у меня кеп? Этот вопрос мне просто, я не знаю, ну вы меня просто уже замучили этим вопросом, честное слово. Живет он у меня с 2008 года. Вот считайте, сейчас 2016, почти 17. Живет он у меня 8, почти 9 лет. А всего кеп, я не знаю, какого года кепа... Когда он ко мне приехал, ему уже было что-то около года. Ну, то есть, считайте. Опять же, точно не могу сказать, сколько ему лет. Может быть, 9, может быть, 10. Но как бы там ни было, он уже достаточно такой старичок у нас. И сейчас особо надо следить за его состоянием здоровья. Так, куда самка свалила? Это самка здесь? Это самка улеглась. Вот она реально кайфует. Вот она любит так улечься и там хорошо. Вот, то есть, самки, они более ищут уют, чем больше, чем самцы. Самцы более такие дубовые, им там куда-нибудь залезть, это покопать, поковырять. Вот, а самка, она реально, во-первых, очень терпеливая. То есть вы даже на руки берете, она себя ведет очень к вам толерантно, да. Очень терпеливо к вам, в отличие от самцов. Например, когда я беру самку в руки, то она... Ну, кстати, там самец уже появился, пошел к ней. Она расслабляется и реально, ну, очень спокойно себя ведет. Когда я беру самца в руки, то самец постоянно пытается вырваться, что-то там подкопать, что-то подкусить. Ну, такое, то есть, разница в характере, да? То есть, самка в качестве домашнего животного отлично подходит, хотя изначально я считал и говорил обратное. Оказывается, просто нужно было ее расположить к себе, наверное, как-то и просто приручить. Так, дальше, о чем я хотел поговорить, наверное, пользуясь случаем. Еще хотел поговорить о... Что-то я вам хотел еще рассказать из постоянных таких частых вопросов ко мне. Расходы на ящериц. Я не знаю, сколько я трачу в целом в месяц. Я не считаю. Для меня это не такие большие деньги, чтобы считать прям так сильно. Вот. Но я думаю, ну может быть 1003 гривен. Это где-то порядка 10 тысяч рублей в месяц. На всех трех ящериц. Но это с учетом, что я, во-первых... Хотя нет, я неправильно считаю, потому что надо считать еще освещение, которое приходится часто менять. То есть эта лампа идет из расчета на 6 месяцев. То есть берем стоимость лампы, делим на 6, мы получаем расход в месяц. Умножаем на 3, потому что у меня таких ламп 3, еще 2 запасных. То есть не знаю, по-моему, побольше трачу, чем 10 тысяч, может быть, 1015 в месяц. Но в целом
как бы вот такая ситуация. Так, ребята, вы что все спрятались, а? Что за фигня? А? Выходите. Это кто? Это самка. Выходи давай. Расслабилась, глаза закрыла. Кепа мордой своей толкается. Вот она, его морда здесь. Ладно, я не буду его. А здесь кто? А, они там вместе, да? И самка, и самец. Вот так они любят лезть к кепе. Им очень нравится это его кровать, где он спит. Его укрытие очень им нравится. И кайфуют они там оба. Так, еще что я хотел вам рассказать. Из последних. По поводу разведения. Я неоднократно рассказывал на стримах. Те, кто смотрел, те знают. Я не планирую их разводить. Так как их разведение требует дополнительных вложений, это евриков на 600-700. Это инкубатор, это дополнительно обустройство, возможно, придется воспользоваться... А, главный расход, да, это зимовка. Чтобы зимовать, нужно 10 градусов, то есть самец и самка должны зимовать перед размножением. Иначе самка отложит пустые яйца, то есть жировики так называемые. Я сильно удивляюсь, когда не зимуя, некоторые террариумисты, даже достаточно опытные, потом удивляются, что это мне так не повезло, наверное, меня просто не везет. Да нет, тебе не везет, просто ты неправильно их разводишь. Потому что для разведения нужна хорошая зимовка. Без зимовки яйца будут мертвыми. Там из 30 яиц у вас там вылупится одно или две, или два. То есть таким образом вы просто загубите всю кладку. Вот. Поэтому если без зимовки, то лучше вообще их не размножать, не разводить. А насчет зимовки, ну сейчас я живу в арендной квартире, я не знаю, к тому времени у меня будет своя квартира или нет, это минимум 2 года. Надеюсь, что будет. Если будет, я заранее возьму, скорее всего, двухкомнатную квартиру, и в отдельной комнате я сделаю, то есть, такой микроклимат для них, то есть поставлю кондиционер. Вот. То есть, если я до этого момента это успею сделать, это купить, потому что, ну, требуется еще, так сказать, немножко поработать, да, потому что сейчас таких денег пока нет, ну, полная сумма. Если я успею, то тогда зимовать они у меня будут, то есть я создам все необходимые условия, то есть поставлю этот климат-контроль, вот, и тогда попробуем их разводить. Касательно продажи, опять же, не знаю, продажа, безусловно, будет, даром отдавать ящерицы никому не собираюсь. Во-первых, люди, которые получили даром, никогда этого ценить не будут. Так, друзья, ну ладно, я пока так договорю. Вот. А во-вторых, те, кто не имеет денег, вернее, возможностей, даже минимальных возможностей там купить ящерицу, то им вообще не стоит ее заводить. Потому как в процессе ее заведения, в процессе ее содержания вы столкнетесь с массой расходов. И просто банально у вас может не быть возможности на покрытие всех этих расходов. И кому это надо, да, и ящерицу взяли, и содержать ее не можете, то только даром мучите животное. Поэтому буду продавать, касательно цены не знаю. Опять же, все зависит от расходов. Так как берется суммарная сумма всех расходов, делится на, допустим, количество яиц, которое вылупилось, вот, прибавляется некий свой интерес, и потом появляется некий тотал на одну особь. И потом они вылупятся, их надо будет как-то потом какое-то время содержать, кормить, обустроить, террариум построить, лампу им купить. В общем, ребята, пока об этом никаких конкретных мыслей нету, только так, только планы на будущее, но мысли на будущее, вернее, наверное, такие очень абстрактные. Но не более того, так как требуется еще много чего. Пока в условиях арендной квартиры, в которой я сейчас нахожусь, с тремя террариумами, эта возможность разведения маловероятна. Если у меня получится взять свою квартиру в течение следующих 2 лет, тогда все будет. Но, опять же, точно пока сказать не могу. Надеюсь, ответил на этот вопрос. Вот такие вот дела. Я сейчас буду их оттуда вытаскивать, потому что у самки есть свой террариум, у самца есть свой террариум. И нефиг им искать у кеп. Кепа у нас человек пожилой. Ячер пожилой, и ему нужно спокойствие. Собственно, на этом все. Я много чего рассказал, но ничего не показал, потому что все спрятались. Ну давайте попробуем хотя бы самку показать. Камеру пока положим. Резать мне кадры потом лень, поэтому как-нибудь уж так. Самка, давай вылазь. Вы что, на мобу улеглись? Ну вы, конечно, забавные. А, так это не самка, это самец. Выходи давай. Вот он наш.
копа, от слова копает. Как видим, он подрос. Видим, да? Он, так, он очень забавный, очень, у него такой характер хороший. Морда у него очень безобидная, видите, да, такая? Типа, ну реально безобидный. Поэтому, друг мой, мы тебя ведем в свой террариум. Подрос, наверное, все-таки подрос. Ладно, и теперь достанем нашу самку. А где самка? Да самка, в принципе, там же. Сейчас за хвост ее потянем. Вот она. Не, за хвост мы тянуть ее не будем, так как это чревато его отрыванием. Поэтому аккуратненько возьмем его тело. Ну, как видим, самка побольше подросла. Это видно сразу, наверное, да? Стала такой достаточно объемной. Это объемная? И вот в качестве различия видим ее морду, да? Она такая более, как бы так мягче сказать. Ну, она такая более активная, более такая немножко дурная. Но сейчас она стала очень ручной, она очень такой, у нее характер стал очень адекватный, и ведет она себя очень хорошо. Поэтому молодец, самка, не буду ее больше обзывать, как я ее обычно обзывал. Все окей. Ну вот, в принципе, что делает, просто кормление, правильное кормление и элементарно часто, наверное, она, ну, не постоянно мне вид в комнате, правильно, я работаю в основном за компьютером, и они просто ко мне привыкли. Вот и все. Ладно, ребята, на этом все, видео затянулось, надеюсь, всем на все ответил. Если еще какие-то остались вопросы, задавайте в комментариях. Всем пока!